Всем привет, друзья! Показываю, как подросли мои поросятки. Поросятки ноют, клянчат у мамки, но оно все никак не поддается. Была сегодня, ну как всегда, генеральная уборочка, которая проводится здесь раз в два дня, здесь чуть реже там выгребаются эти сообразились тоже там. У Бонни тоже раз в 2-3 дня. Ну, она свинота такая. Лаварию. Ложится. Видите? Поросята по Маше уже больше Машки. Дней через 5 буду отлучать. Поросятам 18 опорос и 29 дней. Ну, свинка молочная, хорошая была. Чтобы не добивать свинку, буду через неделю где-то отлучать. Может, чуть меньше, меньше через 4, через 5. Поросята уже гуляли сегодня на улице, то есть едят самостоятельно, можно сказать так. Ложат в корыто. Что, Бонь? Что? Что ты ноешь? Конечно, Боня этот раз не так исхудала. Еще не звонил. Не знаю, возможно, скоро буду ее вести покрывать опять. Она проглистована, так что все нормально. Уже нехотя их кормит, но как говорил, убрал маточник, теперь стал зонтик посвободнее. Что вы ноете, девки? Эти девки хорошие, уже килограмм, я думаю, по 12, это и больше чуть-чуть, это чуть меньше, ну где-то так. Это по первому выводку по Боне. Яблочек насобирал, сейчас дам свинкам этим по одному. Если давать каждый день, то они не сильно их едят, а если немножко реже, допустим, больше кроме меня никто не дает, я приезжаю раз в неделю, то свинки очень хорошо едят яблоки. Ну и Машке вот осталось нашу на. Видите, как исхудала. Исхудала заметно. И малышня, он уже пытается что-то подгрызать, видите. Никак не приучится в туалет, ходит в туалет туда. Там, где был маточник, под маточник ходили, в общем. А надо бы, чтобы ходили сюда. Уже как будет процесс отлучки, отлучать буду, скорее всего, просто этих двоих перекину сюда, а Машку переведу сюда. Вот и все. Может, немножко поконфликтует. Что вы, вам хватает? Там два яблока. Видите, залез в корыто, пытается что-то есть. Это все нормально. Поросята никто не поносит. Вроде бы я не замечал. Растут осисто. Они, в принципе, рождались в опоросе все практически одинаковые. Так они в росте идут. Хорошо, все одинаковые. То есть с этим проблем нет. Все ровненькие, все практически один в один. Это было у нее грязно, поэтому свинка еще не почистилась, не пообтиралась. Вообще она белее. Поросята тоже немножко грязноватые, потому что было у них грязно. Лампу уже не включаем, хоть ночи бывает у нас до минус 3, но в сарае более-менее тепло.
они в кучку ложатся. Главное, чтобы было сухо. Вот так уже лампу не включаю. То есть я ее уже снял и убрал подальше. Ну, как яблочки любят, да? Машунь, потерпишь еще недельку. И уже буду звонить через недельку. Поросята у меня, можно сказать, все заказаны. Всех заберут лишних. Себе я буду оставлять, наверное, с этого выводка двоих. С того от Бони я оставил себе двоих. Ну и от этого оставлю двоих. То есть четверо поросят мне более чем достаточно. Для моих внутренних, точнее, внутренней необходимости. То есть для себя. Оставлять буду то ли тут у меня две свинки, то ли кабанчика и свинку, может две свинки, а может два кабанчика. В общем, хочу точно оставить одного кабанчика, то есть посмотреть разницу между свинкой и кабанчиком в соотношении мяса-сала. То есть давно у меня не было кабанчиков, в основном я себе оставлял свинок. Мох вот на прошлой неделе купил новые липучки, повесил. Как видите, уже все полные, но мох уже практически нет. То есть похолодало, мох нет. Пускай долеплются последние, и через неделю я их вообще поснимаю. И я думаю, все, мох больше не будет. Да, детки? Такие будто немножко почистились. Думаешь, он грязная, это грязная вся. Ну ничего. Вот ребра даже торчат. Где твои филейки? Уже филейки нету. Такая была, скажи, крупная. Съели дети. Так, вот такие дела. Чем мне что-то с яркостью, что-то не то. Сейчас протру. А, или это свет? А. Я стал лампу закрыл. Так, ребят, ну вот такие дела. А еще уколол сегодня второй раз витамины поросятам. То есть все. По укольчикам все. Проколол два раза железо и два раза витамины. С интервалом в неделю. Это? Да, Машунь. Что, кончились яблочки, вон еще одно лежит. Все, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем удачки и всем пока.